дорогие мои, много вопросов от вас поступает, что у вас проблемы с суставами. Суставы болят рук, ног. Давайте сегодня поговорим о суставной гимнастике для рук. Самая простая суставная гимнастика – это массаж определенных точек. Вы можете их не находить, эти точки. Вы просто бьете, активируете ладони, хлоп, растираете эти ладони, наши ладони, и как будто вы умываете руки, но только более агрессивно. То есть вы их прям не поверхностно, а как будто вы растираете. Затем вы каждый пальчик растираете отдельно. Вот таким образом растираете. У вас ощущения должны как мурашки по телу идти. Растираем каждый пальчик, потому что вот на этих местах, на каждом пальчике определенные точки находятся, и они ведут по меридианам энергию в определенный орган. И это очень полезно. Если вы в течение дня будете несколько раз делать эту гимнастику, вы будете чувствовать себя очень бодро. Для тех, у кого хруст, например, стоит, или болевые ощущения, вы подключаете дальше уже вот такие волнообразные движения, которые переходят уже и в локтевые суставы, заметьте, видите? От себя к себе, от себя к себе. Тоже несколько раз в день, по минутке. Я думаю, что минутку каждый из вас найдет. Затем, чтобы воздействовать на гормональный фон, тоже есть точки. Вот такими движениями, потирающими между пальчиками, вы, не касаясь пальчиков, проводите и улучшаете ваш гормональный фон. Вы это знали? Ставьте, пожалуйста, в комментарии. В комментариях оставляйте, знали ли вы это. Понравилось ли это видео? И тогда я буду для вас снимать еще полезные видео. Вот такая гимнастика. Будьте молоды и здоровы, друзья мои. А с вами, как всегда, я, Ольга Мира.